Здравствуйте, зрители канала. В этом ролике я расскажу о материале МДФ, вернее, даже больше я расскажу о фасадах, которые можно сделать из МДФ. Само материал можно найти в интернете, то есть о различиях между ДСП и МДФ. Это более плотный материал. Вот он, лист МДФ. Вот, с этой стороны он белый. Здесь такого вот цвета, вот. Без пластика, то есть это красится, потом красится. Сейчас модная тенденция такая, крашеные фасады для кухонь. Вот это все шлифуется, шлифуется, наносится грунт, потом этот грунт шлифуется и наносится уже краска под глянец различных цветов. Вот. Дальше вот такой вот еще есть полотно МДФ, тоже вот здесь белое на цвета, но здесь уже называется МДФ пластик, для кухонных фасадов делают пластик. То есть поверхность у него находится под такой защитной пленочкой, чем мне нравится, что пленка достаточно толстая, и при производстве, когда возникает, когда вот этот лист целый МДФ, когда грузчики разгружают, вот, на фабриках, они трутся друг об друга, и они, делаются царапины. Вот, если пленка тонкая, то она бывает даже прорезает эту пленочку, и фасад достаточно дорогий, полотно дорогое, оно царапается. Вот. Ну, здесь вот мы берем производитель, здесь пленка достаточно толстая, защищает, двойная пленка. Вот, довольно очень красивая, тоже очень неплохо. Но я для себя считаю, как это классика вообще фасадов. То есть лучше, чем наклеивается кромка. Здесь вот вставляется, пазуется и вставляется вот такой алюминиевый профиль. Я считаю, это более лучший вариант, потому что кромка, она может со временем отклеиться. Вот. Потом цветогрязь, там от кухни все равно не жир, все равно на кухне это будет налепляться. Здесь же вы можете растворителем, сейчас есть растворитель без запаха, 646, по-моему, растворители, по тряпочку протереть весь жир, значит, снять. Также растворитель можно протереть вот этот самый. Ну, можно, не обязательно растворитель, но вот эти вот места засаливаются, когда руками, то есть очень много, я ремонтировал створок, когда приносят, тут все засалено, вот я их растворителем оттирал все это. Вот. Я считаю, это хороший вариант, значит, сажается это все алюминий, я сажаю, клей еще у меня есть, впас, то есть можно плотно впас, но я это не делаю, свои нюансы сборки технологии, чтобы здесь были все подогнано, чтобы были минимальные зазоры, вот, чтобы все было четко. Я не использую плотно впас, я использую, чтобы немножко гулял профиль, вот, и сажаю на клей немецкий ПВА, только немецкий ПВА. Наш клей, который в магазинах продается, обычных ПВА, он не подходит, он слишком жидкий, он практически не клеит. Вот, вот такие фасады, называется МДФ цветы. Очень неплохая композиция. Вот я как бы рекомендую вот такой тип фасадов для кухни. Вот, и очень даже красиво смотрится. И вот еще обычно сочетается вот с таким алюминиевым профилем. Вот, сюда можно стекло различных видов вставлять. Можно здесь наклеивать фотопечать. Как бы классика такая, мне кажется, она не уйдет, то есть уже давно вот это вот идет. Сейчас стали вот профиля тут более тонкие, есть профиля здесь тоже профиля стали более тонкие, как бы, чем раньше. Вот. Мне кажется, это не уйдет, она так и будет оставаться, мне кажется, я считаю, это классика. Вот. Ну вот так, в принципе, коротко рассказал о МДФ фасадах. Так, да, вот еще забыл сказать. Вот это все фрезеруется, пас, а вот обработка граней вот такой фрезой. Такая коническая фреза, тоже фрезер. То есть меняется, вставляется обработка граней. Вот. Есть станки, вот там у них другая немножко фреза.
Есть станки, тоже у нас есть станок такой. Но на станке нужно уметь работать. Вот. И все это отдается в малярку. Ну вот, в общем-то, все. Спасибо за внимание. До свидания. Смотрите следующее видео.